сохранения берегов. Результаты этой работы, в некоторых участках там были перекрыты берега там наполовину. И в результате этого основной поток воды уходит в нашу сторону. Эта дамба когда построена? Начали? Наши вот семь сказали дамбы, когда начали строить? Дамбы мы проектировали в 2017 году. В 2017 году. В этом году включен план работ. Работу начали в феврале этого года. В конце февраля. Сколько финансирования выделено МЧС? Всего, это не МЧС, это Министерство транспорта дорог. Сколько денег? Всего выделено там 20 миллионов 100 тысяч сомов. Достаточно ли это? Нет. Этого средства хватает всего на 4 участка. Это сколько километров суммарно 4 участка будет? Дамбы? Вот длина дамбы? Дамбы, каждая дамба 200-300, в общем, около километра будет дамба. Скажите, а сколько участков, которые срочно надо прямо? Вот 4, допустим, мы покрываем, а сколько надо срочно восстановить? На этот год всего по линии метраса всего 7 участков. Из них на 4 ведется работа. Одну мы закончили, а 3 еще остаются без финансирования. Финансирования не хватает, да? Сколько хватает, нужно на них еще? 9,5 миллиона сомов. Посчитали 9,5 миллиона сомов. То есть это взято не с потолка. Да. Проект документации все готовы. Все затраты уже посчитаны. Нам не хватает ровно 9,5 миллиона сомов. А как мы можем поискать деньги? Как кто-то может быть из донора?